Не дырявые крыши и затопленные по колено подвалы, не постоянные перебои с водой и отоплением, а покосившиеся бордюрчики, новый заборчик у цветника, песочница, да пара веток, загораживающих свет. Вот такие проблемы волнуют зареченцев. Да, конечно, есть и посерьезнее вопросы: выбоины в асфальте во дворах, старые козырьки над подъездами и балконные плиты, но это, пожалуй, скорее исключение из правил. Наказы избирателей тому подтверждение. План по их реализации депутаты собрания представителей окончательно утвердили в ходе рабочих встреч с мэром Заречного Вячеславом Гладковым. Вячеслав Владимирович оказывает нам всемирную поддержку по возможности. Особенно это касается тех инициативных жителей, которые сами стремятся к тому, чтобы их двор, их подъезд, их дом становился все лучше, красивее и удобнее для проживания. Двор на Победы 10 – один из самых дружных и уютных. Газончики, цветники, клумбы, самодельные украшения, даже стены в подъездах и те хоть сейчас на выставку. Зареченцы сами обустраивают свой дом и двор. От власти им требуется лишь небольшая помощь. С учетом того, что я помню, как было в прошлом году, и с учетом того, что вы сделали в два раза больше уже в этом году, мы вам обязаны помочь, потому что просто очень круто, очень хорошо все сделали. Жители вместе со своим депутатом составили план по улучшению качества жизни. В нем ремонт асфальта, работы по озеленению, которые требуют вмешательства профессионалов и спецтехники, улучшение освещения. Все это будет сделано. И не только это. Нам бы хотелось еще видеть некое подобие спортивной площадки, то есть организованного спортивного отдыха для подрастающего поколения, уже для подростков и более старших детей. Вот это, об этом мы сегодня говорили, нашли понимание и поддержку. То есть я надеюсь, что это будет обязательно реализовано. Активность жителей плюс настойчивость депутата и помощь муниципалитета. Такова простая формула благоустроенности зареченских дворов. Это подтвердили и плановые встречи руководства города с депутатами и избравшими их горожанами. По каждому округу каждый депутат знает каждую проблему каждого жителя. То есть вытаскиваем инициативных жителей старших домов, представителей штаба, кто работал у депутатов. И вот эта работа, она продолжается, она идет активно, несмотря на то, что до выборов остается еще 4,5 года. То есть это вот показатель того, что жители сделали правильный выбор, пришли неравнодушные люди, которые не на словах, а на деле, хотят внести изменения в качество проживания наших зареченцев. Работа по наказам избирателей продолжится и впредь. После того, как будет выполнен план 2015 года, мэр Заречного вместе с депутатами проверит его исполнение. Встречи пройдут в округах осенью. И тогда же жителям предстоит составить план по улучшению качества жизни на следующий год, а затем и воплотить его в реальность с помощью депутатов и муниципалитета. Станислав Корякин, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».